ребята, в эфире самая детская среди музыкальных и самая музыкальная среди детских телепередача «Звездочка». Сегодня в выпуске. Мы побываем в школе имени профессора Столярского на выступлении участников 16-го международного фестиваля юных талантов «Звездочка». Увидим награждение победителей этого фестиваля в Украинском театре. Встретимся с лауреатами фестивалей «Понтийская арена» и «Морская звездочка 2009». А сейчас подробнее об этих и других событиях. Во всемирно известной школе имени профессора Столярского проходили конкурсные выступления участников номинации «Инструментальная музыка» 16-го международного фестиваля юных талантов «Звездочка». Наши коллеги из телекомпании «Медиа Информ» сняли об этом событии репортаж, который мы предлагаем вашему вниманию. Маленька дівчинка за великим роялем виглядає дуже зворушливо. Глядачам та членам журі вона грає Баха. І здається, що музика лине з її юного серця, проникливо і чарівно. Цього дня на міжнародному фестивалі юних талантів «Зірочка» свою майстерність демонстрували музиканти. Одеський фестиваль, який проводиться 16 років поспіль, щоразу збирає талановитих дітей з України та з країн ближнього зарубіжжя. Тому тисячі кілометрів, які довелося долати хлопчикам та дівчаткам, лише додали пригод та веселощів у подорож до Південної Пальміри. Із Москви, Петербурга, із Петропавловська-Камчатського, із Білорусі, із Казахстана, із Якутії. Некоторі їхали по багато часов і днів. Вот, Якутск, наприклад, плив спочатку по ріці Лена, потім летів на самоліті, потім їхав поїздом. Ну, найголовніше, що вони в Одесі, і ми знову можемо восхититися їх талантами, їх піснями, танцями. Фестиваль юних талантів – це перш за все незабутнє свято. Свої мистецькі здібності тут розкривають вокалісти, танцюристи, любителі народного співу, музиканти. Всі вони зібралися, щоб себе показати та на досягнення інших подивитися. Це дуже мій другий конкурс в школі. От. Я виступала на конкурсі першої в другій школі. Це був дебют. І зараз я в Столярській виступаю. Лілечка, ти так сьогодні прекрасно грала. Ти волновалася? Ну, ні, не волновалася. Для юної піаністки з Одеси фестиваль – це перш за все змагання. А ось для гостей – це знайомство з південним містом, море, розваги, незабутні враження, а потім, власне, і участь у конкурсній програмі. В вашій Одесі це просто як-то волшебно. Ці дні у нас були свободні, да? Ми ходили, гуляли по Приморському бульвару, ходили, от дуже красивий бульвар. Правда, не удалось нам там вечером побывать, но я думаю, мы вскоре сходим. Мы по всем окрестностям походили, побывали уже на двух пляжах. Очень тоже нам понравилось. Такое море хорошее. Никогда раньше не была в Одессе. Очень нравится ваш город. И мені дуже приємно, що пригласили мене от сюди, на цей конкурс. Учасників міжнародного фестивалю юних талантів «Зірочка» завжди оцінює компетентне журі. Його члени – це митці з різних країн, які не відмовляють собі у задоволенні побувати на яскравому святі талановитих, цілеспрямованих і яскравих особистостей. І навіть дорослих людей, які чимало бачили у своєму житті, захоплює дух фестивалю та виконавська майстерність його учасників. Дуже високий рівень, інтересні ребята є. Есть интересные песни, но я могу отвечать только за свой песенный цех, которым я работаю, создаю. На таких конкурсах, фестивалях и куется професіоналізм високого класу. Те, що ми побачили, це лише маленька часточка великої фестивальної програми, яка проходить на кращих сценічних площадках міста. Отож, одеситам є на що подивитися. А коли програму буде вичерпано і відзвучать останні оплески, переможці отримають нагороди. А суботнім вечором грандіозний гала-концерт в Українському театрі стане заключним акордом неповторного і незабутнього свята дитячих талантів. Мы благодарим администрацию промтоварного рынка «Седьмой километр» за призы для участников международного фестиваля «Звездочка». Спасибо! Вы смотрели репортаж о выступлении участников номинации «Инструментальная музыка» 16-го международного фестиваля юных талантов «Звездочка». А сейчас мы переносимся в Одесский украинский театр, где состоялась церемония награждения и гала-концерт победителей фестиваля. Это Александр Дмитриев, 16 лет, Одесса, школа имени профессора Столярского. Пожалуйста, вручите ему этот приз, а я вручу диплом.
Александр Дмитриев, обладатель первой премии в номинации «Инструментальная музыка». Поздравляем! Браво! Лишь созвездия ярко звезды светят, лишь из волн рождается привал. Так пускай же дружа взрослые и дети, так как подружились мы с тобой, так как подружились мы. Spark – это целый спектр комплексных решений для подготовки и проведения презентаций, конференций, симпозиумов, пресс-конференций, конгрессов, мероприятий шоу-бизнеса, а также системы оповещения и видеоотображения информации. Spark – это не только техническая поддержка. Spark – надежность и опыт. Spark – совершенство звука и видео. Этим летом одесситку Диану Эуашвили пригласили в Севастополь на фестиваль «Понтийская арена». Диана, что тебе запомнилось в Севастополе? В Севастополе выступали участники из разных стран – Россия, Украина, Белоруссия, Швеция и Грузия. Они выступали в номинациях «Песня», «Танец» и «Цирк». Диана, а какие песни исполняла ты на этом фестивале? Я пела две грузинские песни – «Сулико» и «Арго». Давайте посмотрим клип, снятый в Севастополе на фестивале «Понтийская арена». Цыган, исмис ангелос, та сын Герада Голоба. Дроа, дрозеца стола, дар могла кост колоба. Гзадак вилоцет, гзадак вилоцет. Веве трепет квелец мин да салоца. Gzadak vilocet, gzadak vilocet, bebe trepet kvelec min da salocav. La 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 la. Цао, ще ні моцка лебіскал та гадак лапаре. Мзео, мзео схиві, ще ні мексурат гаглатане. Гзагак вінате, гзагак вінате. Марацин визроде шениц минде синате. Загак винате, загак винате. Марацин визроде шениц минде синате. На 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 на. Благодарим французского парфюмера Кристофа Лакарена за ароматные призы для участников международного фестиваля «Звездочка». Спасибо!
Привет всем! Меня зовут Ангелина Добровольская. Этим летом я побывала в Севастополе на международном фестивале «Понтийская арена». Там было очень весело и классно. Я там купалась, загорала, ездила на экскурсии. На фестивале «Понтийская арена» у меня было очень много друзей и знакомых. Еще режиссер киевского телевидения Алла Мигай сняла клип на мою песню «Любовь, как звездочка горит». Давайте его посмотрим. Не пойму я, отчего полунамеками объясняешься ты, с некоторых пор, а пришла к тебе я вовсе не с упреками. У меня вполне серьезный разговор. Любовь, как звездочка, горит, ликует и печалится, приходит, здравствуй, говорит, уходит, не прощается. Любовь, как звездочка, горит, ликует и печалится, приходит, здравствуй, говорит, уходит, не прощается. Ты подарки мне дарил на день рождения, приглашал меня на танцы и в кино. Только встречи наши недоразумение, в этом я удостоверилась давно. Любовь, как звездочка, горит, ликует и печалится, приходит, здравствуй, говорит, уходит, не прощается. Любовь, как звездочка, горит, ликует и печалится, приходит, здравствуй, говорит, уходит, не прощается. Черемуха ласкается, волны катятся навстречу кораблю. Не пришлось бы тебе, миленький, раскаяться, если я кого другого полюблю. Любовь, как звездочка, горит, ликует и печалится, приходит, здравствуй, говорит, уходит, не прощается. Любовь, как звездочка, горит, ликует и печалится, приходит, здравствуй, говорит, уходит, не прощается. Мы благодарим газету «Добрый вечер» за информационную поддержку телевизионного конкурса «Детский хит-парад». «Звездочка». 7 по 12 сентября на борту теплохода «Южная Пальмира» состоялся фестиваль-круиз «Морская звездочка-2009». Более 120 певцов, музыкантов, танцоров, педагогов из России, Украины, Белоруссии выступали не только на борту теплохода, но и в Украинском лицее, Генеральном консульстве России в Стамбуле. А Первый национальный канал Украины снимал видеоклипы участников круиза, которые мы сейчас увидим. You just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. There are no words left to speak.
But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Международном конкурсе «Морская звездочка». Мне там подарили куклу большую и красивую и диплом, который я назвала «Фестивалька». Я с ней очень люблю играть. Есть возле берега реки особенно. Учат мамы лягушат,
свете есть такие страны, как звук неистовой гитары. И трели звонкий кастанет твердят о том, что горя нет. Фламенко – радость и светлая печаль. Слышу звуки фламенко, и сердце рвется вдаль. Очень нервничала и волновалась, так как пела я вживую в первый раз. Но очень хорошая публика и доброе жюри поддержали меня, поэтому все прошло очень хорошо. Мне очень сильно там понравилось, я смогла познакомиться с очень хорошими и добрыми для меня друзьями. А еще мне сняли там клипы на две мои самые любимые песни «Фламенко» и «Первую любовь». Еще у меня появилась очень хорошая подруга Алиса Калашникова. Я сама не знаю почему, в ожидании чуда я живу. Но кого-то мучает всерьез вечный неразгаданный вопрос. А правда что? Первая любовь, взгляд, глаза в глаза. Первая любовь, так стучат сердца. Первая любовь, вы боитесь слов, чтобы не спугнуть первую любовь. О любви написаны дома, и проблема счастья не нова. Чувствам передать не хватит слов. Мамочка, а что это любовь? И где она? Первая любовь, взгляд, глаза в глаза. Первая любовь, в такт стучат сердца. Первая любовь, вы боитесь слов, чтобы не спугнуть первую. Чувствам сложным и простым имя мы придумаем потом. Станем повзрослее я и ты, и тогда, наверное, поймем. У нас была первая любовь, взгляд, глаза в глаза. Недавно я ездила на международный конкурс «Круиз. Морская звездочка 2009». Мне там очень понравилось, а туда я ездила не сама, а со своим любимым братиком Женей. Познакомилась я там с многими ребятами с России, Белоруссии, а также с одесситами. Они очень дружный народ. Особенно непоседы, с ними очень приятно разговаривать, они просто молодцы, так держать. Я хочу поблагодарить Плюшивцева Владислава Юрьевича, а также Пушкаренко Наталью Федоровну. Как мне жить направо, я не знаю, мною все вокруг восхищены. Посмотрите, девочка какая, а на ней мытнячьи штаны. Просто восхищение, а глаза красивее не найти. Отовсюду вздохи умиленья, только мама, почему грустишь?
я кричу, подайте молока. Ешь еще кусочек, умоляю, а я скандалю из-за пустяка. И веду себя порой ужасно, понимаю, что я не права, но услышу, как она прекрасна, и опять кружится голова. Ах, принцесса, ты принцесса, только мама не права, ты. Ты капризные принцессы, вряд ли в чем-то виноваты. Когда все вокруг восхищаются, принцессы каприз превращаются. В фестивале «Морская звездочка 2009» были номинации «Вокал», «Танец», «Инструментальная музыка», но больше всего мне запомнилась номинация «Мисс фестиваль», так как я завоевала титул «Мисс элегантность». «Звездочка 2009» было очень много талантливых детей из России, Украины, Белоруссии. Они выступали на теплоходе «Южная Пальмира», выступали в Генеральном консульстве России, а также в Украинском лицее в Стамбуле. Этот фестиваль был интересен тем, что он объединил творческие силы России, Украины, Белоруссии и Турции. Мы все очень подружились. С нами вместе ездили ансамбль «Непоседы» из Москвы.
Москвы. Было очень весело и интересно. В жюри были очень известные и уважаемые люди. Певец и продюсер Йозеф Ивашко из Австрии, знаменитая журналистка и режиссер из Киева Алла Мигай, которая, кстати, снимала клипы детям на фестивале, а также заслуженный работник культуры Российской Федерации из Воронежа Александра Костина, а также бессменный художественный руководитель музыкального театра «Непоседы» Елена Пинжаян. Maybe we can do the drill. You don't have